Мы находимся в полевом городе Курск на посевах сои. Соя посеяна 14 мая. С нормой высева 650 тысяч семян на гектар. Сорт Опус. Ширина мездряди 25 сантиметров. Также вот мы сейчас находимся на участке, на котором 14 мая применили почвенный гербицид Гардагол с нормой 4,5 литра на гектар. И потом фолиарно 19 июня, 21 день назад, применили препарат Витблок Плюс, норма 1,2 литра на гектар. Пожалуйста, давайте посмотрим, в каком состоянии находится у нас соя. Соя находится в нормальном состоянии, фаза цветения. Вот, по сорнякам буквально полный контроль. Видим чистые посевы сои, сорняков практически не наблюдаем. Да? В нижнем ярусе где-то у нас венок полевой, ну а остальные злостных сорняков, такие как мар, горец, в принципе нет. Пожалуйста, вот мы пришли на контроль. Здесь мы 14 мая не применяли ни почвенных гербицидов, ни фолиарно. Гербициды тоже не применялись. Можем посмотреть, в каком состоянии находится данный участок. Очень много сорняка, буквально все забито. Здесь у нас щирицы в основном, также присутствует мар, горцы. Очень много злаков, вот у меня мар белая. Вот, гречишка венковая зацвела. По контролю видно, что как работают гербициды.